Это неплохая школа, там еще. Чуть не упал. Ой, господи. Ну да, хлеба, это такое нельзя бросать сладкое. Зачем? Сладкое-то нельзя бросать. Нельзя, сказала, бросать, он опять бросает. Хлебушек можно, а зачем это бросать сладкое-то? Они же отравятся. Ну, конечно. Хлебушек вот надо. А зачем же ты сладкое? Сам кушай. Отравиться захотел. Знаешь, это, цыпля отравить. Зачем у тебя отравить? На, мамочка. Голуби эти. Кыш. Правильно отгонять. Это голуби эти едят. Я цыплятам, а они эти, утятам они. Голуби наглые такие. Дочь, иди сюда. Голуби наглые, а сейчас все съедят. Плыли туда. Без утки сами плавают. А он еще целая стая. Ой. Вон их сколько много. О, рыба там, рыба плавает там. Они рыбу ловят. Напугали своими машинами. Я обещала озеро снять. Ну вот. Вот и озеро снимаю. Утят. Озеро. Беседку бы пойти. Вот озеро. Утятки. Где они там? Вон они.
Вот они. Вот отсюда снимаем. Озеро. Фламинго. Фламинго. И там везде утки. Оказывается, рыба там плавает. Утята рыбу ловили. Озеро прозрачное, и я увидела рыбку-то. Да, голубям раздолье. Вон сколько их. И все голуби. Кошмар. Ну вот. Лебедь. Вон и гуси поплыл. Гуси. Уточки. Вот утятки. Пришли сюда. Сами по себе, без уточки. Голуби как разместились. Нормально? В городе такого не увидеть. О, господи, по голове чуть не полетело. Вот он на беседке, голуби всегда сидят. Ой. Здесь утки. И здесь сидят. Надо же. О, сидят везде. Голуби. Хорошо устроились. Уточки. Уточки. Это памятник Ростиславу Александровичу Шилу. Девочка, девочка. Дальше. Дальше. Уточки. Чуть не упала. Да. Так, о, утя, утя, утя. Отсюда озеро. Так. Господи. Чуть не наткнулась на них. Не дают птичкам полежать. Носятся, бегаются. Ну вот. Это беседка. Это беседка. Беседка. Сейчас мы отсюда. Так, это мы с беседки снимаем. Вот. Мы тоже уточки. Какой ветер сегодня.
Утят. Утят. Взяли, выгнали эти гуси. Ай-яй-яй-яй-яй. Это утятки. Без мамы, да еще гуси гонят. Так, не дали посидеть. Вот еще. Это около фламинго. Будочки, гнезда. Вот, запрятали. Здесь тень всегда. Тень. Вот там фламинго. Если обойти. Вот там фламинго. Все, озеро обошла. Все показала.